пока. Это мы обещаем. Все на месте. Спасибо, что вы с нами. Знаете, как греет душу, на самом деле, что то, что мы делаем, делаем не зря. А мы это любим делать. Поэтому спасибо, что пришли к нам на огонек. Начали! Thank you.
есть некоторые песни, которые мы переводим на русский, ну, чтобы понятно было. Ну и просто, чтобы, так сказать, есть такое слово «выделиться», да? На самом деле «выделиться», что мы по-русски поем, даже по-английски, практически невозможно отличить. Но смысл ясен при этом. Погнали. He will supply. Норвежский акцент.
Или шведский? Или американский? Нет, нет, норвежский. У нас, мы сегодня буквально насильно заставили приехать сюда нашего Gospel Father, Юрий Игнатов. И еще... Просто я должен был выйти после второй песни, а я забыл, и так вот, и так незаметно как бы намекнул Аня о том, что пора выходить, но все равно приятно было. А что там? Joy. Следующая песня называется «Радость». И радость — это то, ради чего мы поем. Это госпел-музыка, вы понимаете, что это не песни, не переведенные песни из группы «Ласковый май» на английский язык, и не какие-то другие песни. Это песни, которые основаны на библейских текстах, на стихах из Библии. И, собственно говоря, во всем мире это поют, и даже в православной церкви поют песни радости. И это песня радости. Она так и называется. Радость. Joy. Thank you.
радостнее стало? Друзья, вот этот норвежский акцент, я хочу, чтобы вы воздали аплодисменты отдельно, потому что Ранди — это не просто норвежский человек в нашем коллективе. Ранди — это, вы знаете, есть разные деноминации, разные конфессии христианства. Есть такие, знаете, люди-протестанты, да? Так вот, Ранди — это супруга пастора протестантской церкви здесь, в Москве. Церковь очень большая, там более 3000 человек. И Ранди доказывает на своей собственной жизни хорошие дела. Ранди, семья Ранди, они, между прочим, усыновили 4 русских детей не для того, чтобы увезти их за границу. Они уже 20 лет живут здесь, в России, и воспитывают этих потрясающих детей, которые их родные дети уже, и это их родные родители. И это то, за что можно на самом деле наградить аплодисментами потрясающую семью. И это реальное вдохновение для всех нас. И мы будем брать пример. А следующая песня называется как? Help me praise. Помогите нам прославить. Praise — это славить. Help me. Help us. Help. Let us praise his name. Yes? Yes. We'll be right back.
розовое слово. Для картинки. А, это песня будет, да? Вот сейчас. Да. Эта песня, вы знаете, она на русском языке существует, ибо это одна из немногих песен, которая написана именно нами. И, короче, он. Ну да, но я просто вдохновился одной очень интересной историей, и я вкратце расскажу, чтобы не занимать много времени. Дело в том, что она основана на жизни одного очень интересного человека, который в результате оставил нас, когда ему было 83 года. Но когда ему было 16 лет, он очень жутко болел, и все, что у него было, это Библия его бабушки. И он ее листал и никак не мог понять, почему же он такой больной, и почему ему нужно умереть. И он искал ответы, и, к сожалению, священник, который приходил в ожидании того, что человек когда-то рано или поздно должен уже умереть, он постоянно, как это называется, исповедовал его и ждал, когда вот настанет тот час, но мальчик с этим не согласился, и в результате он прочел стих из Библии, который называется «Евангелие от Марка», это место, там, знаете, когда, помните историю, когда Иисус ушел и, значит, он проклял москвичное дерево, когда захотел кушать, а потом, когда они пошли обратно с учениками, они говорят: «Иисус, ты вот это дерево, смотри, ты наругался на него, и оно засохло». И он сказал: «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если скажет, кто горе сей, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит тому, что сказал, будет тому, что не скажет». То есть, соответственно, этот мальчик очень сильно поверил в то, что он должен исцелиться, он должен получить то, что он, в то, что он верил. Он отверг всякие сомнения, и вы знаете, 83 года на посте епископа, основав множество библейских школ, напечатав множество Библий и объехав множество стран с проповедью, он умер, но он был абсолютно здоров и больше не потратил на свое здоровье ни одного рубля, цента, доллара, там, евро, я не знаю. И это очень вдохновляющая история. А песня называется «Мальчик». Мы на Пасху сняли клип, он там его будут показывать. Вы можете смотреть туда, мы там все красивее и наряднее. Вот. И мы на самом деле, извините за короткую проповедь, так вышло, мы на самом деле не должны жить в поражении, в каком-то в ущербном состоянии, потому что Иисус Христос совершил то, что Он совершил, и воскрес на третий день, подарив миру ключи от ада, то есть не подарив, а показав их. И Он умер за все наши грехи, болезни, и Он вознес это все на крест. И мы должны только наслаждаться, приняв все это верой, и не усомниться в сердце своем. Да? Ранди в курсе. Поехали. Стих за стихом, за главою глава, в нем оживали несу.
Когда музыканты спели хорошо, и им кричат «Молодцы! Браво!», а музыканты говорят «Слава Богу!». Слава Богу за нас таких классных. Шутка. Супер песня. Кто еще недостаточно созрел для того, чтобы заплакать, пришла пора. Can see my God.
Которую написала Ранди, написала песню, написала песенку Ранди. Это крутая песня. Она о том, что как мы можем пройти через разные ситуации, да? Разные периоды в жизни у нас все бывают. И в этой ситуации Бог может быть с нами рядом. И когда мы отдаем наши сердца, поем Ему, Он нас так поднимет, так нам служит. Вот, правильно. Хорошо, поем. Oh,
Я просто девушки, когда на сцене, они всегда больше впечатления производят, когда им мальчики не мешают, поэтому дальше я наслажусь, я буду зрителем вместе с вами, потому что я не ходил на репетиции вот, и не знаю новых песен. Gathers like a string when we are
back of you, my darling, marry me. Go back and I'll
вы еще живые? Мы стараемся не убивать вас мощью своей, но, понимаете, настолько вот изнутри. Так что мы хотим поделиться с вами частичкой тепла, света, которые сами получаем с неба, естественно. Спасибо. Даня, ты будешь играть со мной? Give us a moment.
ладно. Напишите, что начинаете. А сейчас мы узнаем кое-что о имени Иисуса, что это самое сладкое имя, которое мы знаем. Oh,
таких людей вообще в России. Саша молодец. Наши, извините, раз-два. Закончим. Да, можно идти домой. У Саши пропал голос. Команде, вот Gospel Father все еще здесь. Я думала, он уже бросит, но девчонки, нет, пойду я. Но на самом деле он основал команду 10 лет назад. В числе тех, кто был еще тогда, вот та прекрасная женщина с такой штучкой на лбу, Ольга Каралкина. И бывшая блондинка на инструменте Наталья Аулова. Я всегда считала, что... Идти, конечно. Я? Да. Я позже пришла. Серьезно? Но я пришла и стала рулить. Я на ногу. Вот. Изюминка нашей команды в том, что каждый из солистов, он, в принципе, индивидуальный. Вот так отдельно нас слушать невозможно, на самом деле. Я шучу. Просто Ольга, например, она у нас такая роковая женщина, и вот сейчас мы одну песню такую споем. Thank you.
наверное, песня про, про ясный день, про радость, про ясный день. А до этого все время было про светлый, про ясный день. Еще одна песня, собственно, какая разница? Про радость была. Про радость была, а теперь про ясный день. Когда я открыл глаза, и если было печально, помолился, и стало легче. Или просто подумал, разобрался и понял, что проблема не стоит выеденного яйца, и пошел счастливым. Brighter day! Brighter day! Things you do, can't imagine my life without you.
Последняя песня про хороший день. Еще одна. Еще одна. Так и быть. Там мы потом на русском переключимся. Не знаете, мне иногда кажется, вот я так думаю, слушайте, ну вообще как все прошло, нормально? Потому что обычно, вот смотришь в зал, лица... И вы хоть понимаете, что происходит? Спасибо большое. Два человека понимают, отлично. Thank you.
Друзья, спасибо вам огромное. Я снова выпустил на сцену. Просто не устоял, я стою, меня там никто не замечает, мне скучно. Я просто еще не смиренный, я просто... У меня гордость еще не... Я шучу. Я просто вышел представить человека, который... Вы знаете, в какой-то момент времени мне просто некогда было. У меня работа, и семья, дети. И девчонки, вот Оля, Наташа, они всегда очень ждали, когда же у нас будет следующая репетиция. И вот эти 10 лет, которые прошли, они были такие с переменным успехом. Знаете, как горы, знаете, так карабкаемся, потом падаем, потом период застоя, да, равнина, и потом следующая гора. И потом пришла в нашу команду Аня, и она взяла все в свои руки. Я ей вначале писал партитуры, а потом, когда убедился в ее бесспорном таланте, я забил на это дело, и она теперь сама с этим совсем справляется, репетирует. И то, что я не знаю нескольких песен, которые были выучены уже без моего непосредственного руководства, это исключительно ее заслуга. И я благодарю за то, что она продолжает начатое, и даже иногда звонит и просит какого-то руководства, помощи. И мы как можем помогаем. Я хочу вам сказать, что недавно у Чумакова был концерт в Крокусе 4-5 ноября, и будет еще дополнительный концерт, извините, что я использую эту площадку для рекламы, 29 ноября у него еще один концерт будет в Крокусе, и сегодня мы его приглашали, но он, как обычно, сосиска не приехал. И наша госпел-команда, она стоит у него там на втором этаже и поет бэки всех его песен, и он их очень любит, и даже сшил нам костюмы. Это черные балахоны, в которых мы были в клипе, и мы теперь их активно используем. Это все Леша нам благословил, и мы благодарим его. Друзья, 29 числа, следующий день, когда вы можете увидеть нас, ну, вместе с Лешей, конечно. А потом 27 декабря. 27 декабря на елке возле Деда Мороза Аня будет в костюме зайчика. Вы можете увидеть ее там. Спасибо вам, друзья, огромное. Вы потрясающие. Просто спасибо, что вы пришли, что поддержали нас, что выслушали нас до конца. И пусть тот, кому мы посвящали все эти песни, пусть он прибудет с вами ровно до следующего нашего концерта. За новым благословением от Господа нашего Иисуса Христа приходите на следующий концерт нашей Господской команды. Да подождите! Что? Вы любите петь вообще. Да, у нее тоже еще, понимаете, гордость еще. Гордость не усмирена. Нет. Аня, а можно что-то на бис исполнить? Я просто инициирую, чтобы это не затягивалось. Можете, да? Вы знаете, что какие-то песни? Да. Ну, пожалуйста. Ну, ладно. Хорошо, спасибо. Потерпите нас. У нас на репетициях невозможно находиться. Вот Сережа докажет. Еще есть кто-то, они говорят, у меня, говорит, уже щеки болят, я не могу столько ржать, я не могу столько смеяться. Это здорово, что... Я надеюсь, вы почувствовали немножко нашего тепла. Спасибо! Спасибо, Юрий Игнатов!
женщина, это лишь Алексей Максимов. Стас Тимофеев. Стас Тимофеев. Егор Головченко, покажись. Ну, можете записывать, я там с вами запоминаю. Ранди Исфаэль. Ольга Каралкина наша. Эльмира Черкасова. Александра Черноусова. Наталья Аулова. Анастасия Лощинская. Спасибо большое, что были с нами. Вновь помолвленным мы желаем счастья. Надеюсь, вы останетесь с нами после всего, что здесь происходило. Завтра вы будете слышать хорошо, я вам гарантирую, все пройдет. 27 декабря мы вас ждем. Снова. Спасибо!